Красноярск попал в тройку городов России, где строят самые высокие дома. Средняя этажность у нас 17,1, выше только Екатеринбург и Москва. При этом последние этажи новостроек не так уж популярны у покупателей. Жилье выше 20 этажа приобретают неохотно. В рейтинге лидеров 6, 7 и 8, а также 4 и 5 этажи. Если сравнивать с 90-ми годами, то в среднем дома в стране выросли в два раза, с 6 этажей до 13. А вот 30-этажные здания для России пока еще редкость. Их строят только в 9 городах, и в Красноярске не строят. В этом списке нашего города нет.